В экстремальный спорт, да? Вот любят люди экстремальное состояние. Прыгнул с дому. Или на скетче, на лесопеде упасть яйцами Абраму. Ну. А причем об чужую, об соседскую. А я смотрел, вот с башни Станкинской прыгаю и в парашют ищу. А вчера сыганул этот, Цефеля с Норвегии тоже встал. Или его павуки. Павуки без ничего, люди ползают по горам. Только лунка от его экстрима. Ну, лунка и блинчик. Блинчик такой, манючий. Да, манючий, да. Пока лечил, все понял. Вся жизнь, да. Что надо, что надо меню... было у шашки играть. Еще меню прошло. Нет, оно мы понимаем. Оно молодежное, оно что это... Есть культура, а есть что хуже, субкультура. Да, так это все, это приносно. А мы хотим про древних состояние. Про самый. Ну, самое древнее. Это как пел Цой даже. Это странное слово, не Камчатка было, и он пел, а Бадун. Бадун. Вот сразу многие кого-то передернуло, у кого-то глаз так нервически трясанул. А кто-то заулыбался. Растянулся с улыбкой. Да? А кто-то сейчас уже натрескался, и завтра тебе это ждет. Я думаю, мне это принесешь, не грозит. Да, я аспиринчику, ванную и кофейку даю. Или еще этого придумал. Соляночки. Алка Ельцина придумали, да. Ну, пич, растворимую. Бурбалки это. Бурбалки. Ребята, Бадун, Йон... Йон и в Африке до Бадун. До конца не изучен. Да. Вот почему надо сделать НИИ. БИ мозга? БИ... Как раз, чтобы следовать геную. Тому, что... Вот, может, вы изучаете этих полупроводников или проводит каких-нибудь. Ну. Многие любят изучать. Ну, а, парочку возьмут. А на самом деле надо разобраться у Бадун. Ведь они этого, как ты в генном состоянии и какого он рода, силы. Да. И это, думаете, так? Говорю, знаю я генный Бадун. Главное сразу не похмеляться, до шести, потом пивка или пивком. Чуть-чуть выпил. Ребята, бывая Бадун. Такой, что думаешь, не может. Блин, зран проснулся вообще. Вообще, да. Лучше, думают... Лучше б во сне. Лучше б меня и задавило. Ну. А я нож, когда Бадун, я нож не дали стали. Самый четкий Бадун, самый такой бадунистый, это миксы. Это портвейн, крепкая чаночка и пивко. И вот это все вот так вот. Полировать. Майами, да. Как Наполеон торт. Классик. Не, ну это что зависит от погоды. От того, в каком месте и какая была... И до скольки ночи. Все совершенно разное. Можно пивом удраться с рыбой, можно одной водкой, можно... Ну, это все. То есть то, что происходит у пьяном состоянии, у кино показывает всегда верно. Кстати, ну, драки я имею в виду. Ну, только не в американском. Нет, ну, не, и в нашем тоже. У нас. Пьяных показывают всегда верно. Мы согласны. Особенно еще актеры хорошие, как раньше были. А в Бадун не передают. А Бадун... Врут. Ну. Показываешь, пьет человек запоем, выходит с утра на работу, веселый, песни поет, даже генный уровень судьбы. Ага. Чувак первый раз напился, а потом встаёшь на гитаре играть. Ты с Бадуна такого играл на гитаре? Ну. Ты даже на бас-гитаре не сыграешь. Да какой бас-гитаре? На женской этой трынкалке. Ты не возьмешь. А оно же трясет. И трясет все. И изнутра идет. А иногда с Бадуна очень хорошо шучится почему-то. Такой оригинальный становище. Такой какой-то... Но только лежа. Потому что двигаться не может. То есть пантомиму не покажет. Ну да. Самый четкий шабадун, если ты дней 10 подряд. А это все. По чашкам. И он на 3-4 дня где-то. Это, Бадун? Это надо отготовиться сразу. Просто не будешь менять, не в смысле, но реза, потому что почеешь. Почеешь, да. И оно, вот, и он не человечек. Мы думаем, что даже когда у тебя Бадун, открываются чакры, и тебе там какие-то грегоры. Грегоры, да. Тебе... А как хорошо спать в этом состоянии, ты спал? Когда ты не знаешь, ты спишь ты или нет. А потом ты думаешь, что ты уже не спишь, а это еще спал, и оно переплетается. А если еще как будто не спал, сходил в туалет и тут же проснулся, потому что вот так вот. Лучше всего его переносить коллективно с товарищами по несчастью. Вот надо потерпеть все равно. Говорят, похмелю, я похмелюсь, у меня Бадунов не бывает. Не, ну еще кого-то. С минусом плюсы. Лучше правда. Коллектив, чтобы потерпеть. Не надо только придумывать, что нужно взбодриться, гонные души, это все.
пройдено, и это все... Не, может, сердце не надо выдержать. Черпеть. Надо аккуратно все. Надо черпеть. Но вообще фантастическое состояние. Как вот, как космонавты летают, перегрузочки. Перегрузки, а немногие ж выходят. Ну. И... Может, какие выходные бадун сделать? Бадун, на прочность. Может, какой сделать бадунар? Бадунарий. Бадунарий. Вот, чтобы ты приходил, тебе там обволакивал. Да. Самое худшее, это не внутреннее состояние, а то, тогда тебе начинают капать. Ну, не надо. Не только не в этом состоянии. Только... У бадунариях должны... Это то же самое, как если бы к хирургу попал больной с ногой переломанной, а он ему стал соль сыпать. Не надо. Или ногу дергать. Ногу дергать. Тихонько, не надо этих. В бадунаре приходишь. Да, там как рассольчик. Рассольчик. Да. Тихонькая музыка играет. Тихонькая музыка. Хочешь чай тебе? Ну. Порно-журнал хочешь. Ну, если что-нибудь. Сил, ну, если это... поймешь чего, да. Какие-нибудь Сашки. Сашки, сауна легенькая такая. Ну, капот. Не, ну да, а чтобы под вечер уже можно было немножко. И, как испанцы хочешь, они с бодуна выходят, они берут вино и с водой мешают. Ну. Наши пивком по старинке. Но пиво, оно что же, и вот чуть-чуть выпьешь, а хочешь опять. Похмеляться им говорят, как на морозе помочиться. На себя. Сначала тепло, а потом начинается. У штаны. Я хочу сказать, что все равно надо почерпеть. Если ты уже попал в этот бадун, то только держись и черпи. А вообще... А если думаешь, что из его легко... Ты в него легко разве вошел? Вот как... Сколько денег стоило в его мальчика? Как долго, весело, смешно ты в его попадал... С точностью на дворот ты из него будешь выходить. Может, даже с прогрессирующей. С прогрессирующей петлей. Так что, либо относитесь к страдающему бодуну по-человечески, либо бодунарий давай. Или выпустите брошюру все-таки, мы просим. Вот. Бодун ты кто? Да, те, кто у этих не... По мозгу, который? По мозгу, кто там по мозгам генным копошится, вот у них. Ну... Ганнибалы. Копните эту вот ямку. Туда. Чуть-чуть. Только не глубоко. А чтобы самим туда же и не свалиться.